Всем привет, друзья! Меня зовут Твикли, и добро пожаловать в Poppy Playtime, глава 2. Как же долго мы ее ждали. На самом деле, я думал, что она уже никогда не выйдет, то что она, по идее, должна была выйти еще в марте, где-то в начале, но вот вышла только сейчас в мае. Но благо, она все же появилась, и теперь она есть у меня на руках, и, в принципе, можно начинать. И давай-ка посмотрим, что же там будет новенького, и мне, правда, и, наверное, тебе тоже будет очень интересно взглянуть, что же там такого завезли. И, конечно же, перед началом не забывай влепить свой лайк, также подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы новенькие видосики не пропускать. Но я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. Погнали! Так, включили какой-то видосик. Что тут происходит, пока что я не пойму. А, погоди-ка, я вижу там. Там вот это есть, Mommy Long Legs, походу, да? Так, ну вот этот видосик я знаю, это типа реклама нашего главного антагониста, второй главы, «Мама длинные ноги» или как ее там называют. На самом деле прикольно выглядит, но у нее какие-то прям жутковатые вот сейчас особенно позы, офигеть. Ага. Так, сейчас кто-то там шепнул еще. Вот the time, play time, и все почернело, потемнело. Он сгорел в Хаги-Ваги и почернел. Так. Ага, ну этот видосик мы уже видели, да, он был в трейлере. И что здесь происходит, пока что вообще непонятно на самом-то деле. Офигеть, ну стрёмно, стремновато. Так, это чьи-то глаза, это глаза Поппи самой куклы, да? Да, ну нормально. Wake up, проснись. Да, наконец-таки проснись, когда там первый глава вышел, еще в ноябре, в октябре. Вот, чаптер 2, наконец-то. Дождались. Ну чё, погнали, сейчас посмотрим все. И вот мы появились. Так, тут и закончилась наша предыдущая глава. То есть, как ты помнишь, мы подошли к этой штуковине, тут у нас сидела сама кукла, а потом все пропало, она выбралась наружу, и, короче, мы вот только спустя много месяцев, спустя почти полгода проснулись. Ну чё, погнали исследовать все это место, посмотрим, что-то вообще происходит. Так, погоди-ка, там я не смогу пройти, давай-ка сейчас глянем. Так, здравствуйте, тут пройти никак не могу, тут очень темно, ничего на самом-то деле не вижу, но, видимо, нам нужно идти 100% обратно. Да, там, по-моему, была дверь, насколько я помню, мы ее не смогли открыть в первой главе, вот эта вот дверь, давай-ка сейчас проверим, и да, она открывается, а тут все вещичками заставлено, видимо, Хаги-Ваги там поднялся и все здесь заставил. Ну что ж, погнали, посмотрим. Так, вот они, новые локации, у нас какой-то динозавр, Хаги-Ваги веселенький, а также еще есть двери, вот сюда. А вот закрытая на стервы, это, видимо, уже третья глава. И сюда мы также пройти не можем. Ну что ж, погнали вперед, посмотрим. Вот мне интересно, сколько вообще всего глав будет в этой игрушке. This way, то есть нам сюда, все правильно. Так, красная комната, Эллиот Лудвинг. Это не знаю кто, видимо, главный какой-то чел здесь, скорее всего. Сюда мы также пройти не можем. Хорошо, погнали, значит, направо, по-любому нам сюда. Так, а тут я уже вижу штуку, за которую нам, скорее всего, нужно зацепиться. Примерно вот таким вот образом, допустим, я цепляюсь и отцепляюсь, что-то я не перелетел сейчас. Ну ладно, давай-ка попробуем еще одну попытку. Вот так вот прыгаем, хопа, и давай-ка, во, нормально. Слушай, прикольно выполнено. Вот такая вот новая механика у нас получается. Так, а что у нас здесь? Пресс сюда, короче, нажми. Ага, вот этот смех у него, конечно, забавный. Так, а здесь мы никак не можем пройти, здесь мы никак не можем эти доски снять. Опа, я здесь вижу кое-что, я здесь заметил. Здравствуйте, разноцветные бочки. Значит, намек на разноцветных Хаги-Ваги, по-любому они здесь появятся. По-любому будет разноцветный Хаги-Ваги. Так, давайте вот это сейчас все мы уберем. Хорошо, еще раз нажмем на кнопочку. И он что-то нам еще, короче, говорит. Окей, погнали в эту комнату. Так, здесь у нас, получается, есть ключик. Ключик от той красной комнаты прям 100%. Ну, побежали обратно. Сейчас снова будем перелетать. Давай-ка, с большой силой приходит большая ответственность. Погнали, Человек-паук. Let's go. Прикольно, хотя зачем я перелетал, если могу просто подняться. Ну, ладно, как бы так веселее. Так веселее. Поехали, открываем нашу красную комнату. И мы попадаем в комнату директора, наверное. Тут куча ресурсов.
рисунков, и везде у нас сняты, получается, крышки, заглушки от нашей вентиляции, и я почему-то очень легко могу двигать целый диван, офигеть. Точнее, не диван, а кресло. Окей, так, рисуночки различные. Опа, хаги-ваги, киси-миси. Хорошо, так, давай-ка мы, получается, сейчас можем найти, вот, да, кассета здесь лежит, давай-ка мы сейчас ставим и посмотрим, что у нас там будет по телеку. Давай-ка показываем мультики там и так далее. Опа, наша фабрика. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Во, да. Это чел, создатель. Так у него почему-то лицо скрытое. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. Блин, жаль, конечно, субтитров нет. А, продолжается видосик. Unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his dream. Вот опять же, у него лицо скрытое. Мы не узнаем, кто это. Возможно, это есть Хаги-Ваги. Хаги-Ваги в прошлом. How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 19... Ага, то есть мы не узнаем, когда там было начало в 20 веке. Хорошо. Так, это у нас что, аниматроник солнца из ФНАФа? Ладно, это, конечно, не солнце, это цветочек, но все же. Так, а что здесь мы можем еще найти такого интересного? Может, оружие какое-то найдем, чтобы от нашего нового антагониста отбиваться? Так, а это можем как-то снять? Во, хорошо, выломали нафиг, отлично. И поднимаемся по вентиляции. Идем. Здравствуйте, кто здесь вообще есть? Разноцветный Хаги-Ваги, я пришел как бы на вас посмотреть, узнать, как у вас тут делишки, вообще, что у вас тут происходит. Ну и выходим, получается, опа, новые загадки, ядрить, колотить, Поппи, здорово. Ага, понятно. Так, я могу тебя как-то забрать, иди сюда. Так, она мне что, помогать будет, или что тебе надо здесь вообще? Ну ладно, пусть здесь стоит, надеюсь, у тебя нет там скримаков никаких. Так, нам, получается, нужно здесь электричество, да? Нет, не здесь, 100%. Вон там вот, да? Да, хорошо. И, получается, нужно вот эти вот, опять же, штуковины вот так вот обвести и подключить вот сюда вот, да? Так, погоди-ка, вот, подожди, подключайся. Ну, во, хорошо. Так, мы что-то активировали, и Поппи... Ага. Не за что. Так, мы типа ее освободили, она сказала то, что... Ладно, до свидания. Она идет, она поднимается сюда куда-то? Погоди, я ее слышу. Так вот, кто выломал все крышки от вентиляции. Она уже там, наверху. Что тебе надо от меня? Уйди отсюда. Ты меня немножечко напрягаешь. Что там, что такое? Здорово, что у тебя там происходит? Так, мы, по идее, можем зацепиться и полететь обратно вообще, да? Конечно, нам так и нужно сделать. Так вот поднимаемся, хорошо, и идем обратно. Мы, получается, по идее, подключили энергию для тех ворот, вот куда там третий проход шел. И, получается, мы сейчас можем туда пройти. Здорово. Все, ты будешь, короче, моим братишкой, точнее, сестренкой. И почему у тебя такие глаза красные? Погнали. Блин, капец, она, конечно, милая. Так, вот, да, по идее, здесь я открою все, хорошо. И мы сейчас можем здесь пройти. Let's do it. Погнали, ё-моё, вот здесь, конечно, пропасть. А куда вообще эта яма ведет? В недра земли, что ли, к ядру? Ну, походу, так, нам сейчас главное грамотно вот так вот зацепиться и перелететь. Погнали, ядрить, колотить, это весело. Ух, перелетели все. Хорошо, так, пройти сюда можем? Нет, не можем, мы сюда, ну, естественно, мы не можем. Ай, как же так, Поппи, выходи, я знаю, что ты здесь. Давай, выходи. Так, может тебе помочь как-то? Давай, открою тебе. Нет, я слышу какие-то звуки, она пойдет. Где вот отсюда должна выйти, да? Или отсюда? Ну, наверное, отсюда у нее есть уже как бы открытый проход. Так, и открываем нашу дверьку. О, Поппи, здорово! Здорово, как делишки, что ты тут делаешь? Здравствуйте. О! Куда? Куда ее эта длинноногая мама забрала? Капец. Ой, это, конечно, было неожиданно. Так, но мне уже нравится. Мне, честно говоря, это уже нравится. Так, а куда мне дальше идти? Тут все закрыто. Мне что, вниз, что ли, прыгать? Но не хочу туда вниз прыгать. Я не хочу умирать так быстро. Я хочу жить. И, кстати, по идее, нам еще должны дать новую перчатку зеленую. Там видео по скриншотам. Что-то такое у нас должно быть. Но пока что у нас нифига нет. Так, я вижу здесь коробочки. Возможно, нам нужно каким-то образом запрыгнуть вот сюда, вот в эту вот вентиляцию. Или погоди-ка, или вот сюда вот попробовать. Нет, сюда мы по-любому не можем пройти. Давай-ка мы, по идее, вот так вот подтолкнем эту штуку.
штуковину вот сюда. Вот, хотя, наверное, мне это не нужно. Да, мне по-любому сюда не нужно. Здесь я типа даже не помещусь. Да, что я делаю, вообще не пойму. А куда мне что, просто вниз прыгать? Ну давай-ка просто вниз прыгнем. Вот так вот, хопа. И я полетел вниз. Я реально полетел вниз. Так, а зачем я это сделал? Я не знаю, правильно ли я сделал. Здравствуйте. Здравствуйте, а кто у нас тут есть? Где? Опа, я вижу, это горка! Офигеть! 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 Да, все правильно мы сделали. Так, и мы выпали, получается, куда-то. Так, а что дальше-то делать? Вот сюда. Вот здесь можем как-то эту штуковину поднять. Нет, не можем. Ладно, скорее всего, нужно идти вот в комнату Power. Ага, тут опять же у нас есть загадки и так далее. Ну давай-ка, давай-ка. Получается, берем энергию. Вот так вот ведем. Ой, тихо, что я сделал? Так, погоди-ка. Вот так, получается, берем энергию. Во, чё? Так, погоди, не понимаю. Вот, мы, получается, что не должны... А-а-а, тут у нас штуковина вылетает. Ну, понятно, понятно, хорошо. Значит, что мы можем сделать? А если, по идее, я возьму вот отсюда эту штуковину и подключу просто вот так вот? Нет, так мы сделать не можем. Получается, мы должны сейчас сделать... А как здесь вообще сделать? Погоди-ка, здесь я, получается, когда прикасаюсь к этой штуковине, то вылезает эта штуковина. Но нужно сейчас покумекать, подумать. Что делать? Скажите, пожалуйста. Ну, тут есть вот эта синяя труба, может, как-то ее заюзать? Типа, если здесь, получается, на штука поднимается, то, может быть, это желтая труба. С помощью нее я смогу взломать эту всю систему. Давай-ка сейчас посмотрим. Вот таким вот образом, получается, я делаю так. И, по идее, вот сейчас, если я обведу нашу штуковину... Да, смотри-ка, реально получилось! Вот это я гений, вот это я гений. Так, хорошо, давай-ка мы, получается, эту тоже штуковину подключим. Так, нужно это все грамотно сделать. Во, хорошо. И теперь издалека я могу, получается, прикоснуться к истине. Так, хорошо. Мы здесь все подключили. И куда наша штука ведет? Получается, ворота. Здравствуйте. Здравствуйте. Блин, интересно, сколько длинная вообще вторая глава? Вот мне, правда, интересно узнать, куда мы сейчас бежим. Что-то подлагнуло. Так, что-то загрузилось по-любому. Хорошо. Здесь, получается, нужна красная... Здравствуйте. Здравствуйте. Куда? Нет, 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 нет. Ух ты, ядрить, колотить. Офигеть. Здорово, здорово. Черт возьми, она... взяла нашу Поппи. А я думал, на самом деле, то, что она побольше будет. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Так я не могу понять, а сама наша эта Поппи кукла, она хорошая или нет? Давай, один на один взгляд, давай, прям мне в лицо смотри, а если так пойду? Капец, мне смешно голова разворачивается. Так, хорошо. Понятно. Жаль, конечно, вот реально нет русских субтитров. И мне оторвали мою, как бы, руку. Вот. И теперь у меня нет руки, но, получается, я должен найти где-то зеленую руку, ага. Ну, скорее всего, так и есть. Ну, слушай, пока что мне реально нравится. И вот они, все персонажи из фабрики Playtime. Это, получается, какая-то каракатица, потом робот, собачка. Ой, кошка. Какая собачка? Это кошка. Далее Хаги-Ваги, Мами Лонг Лекс, Кисси Миссим. Да, я знаю, как ее зовут. Потом наша Поппи, динозавр, какой-то чертик. И, собственно, лев-пчела. Ой, тигр-пчела. Нормально, да? Кота назвал собакой, а тигра назвал львом. Прикольно. Хорошо, получается, welcome to... Welcome куда? Давай-ка мы сейчас постараемся это все дело открыть. Вот таким вот образом. Вот так вот тянем. Здравствуйте, куда меня вообще это приведет? Опа, Game Station. Ничего себе тут у нас. Офигеть, тут у нас куча всего. Жесть. Так, ну слушай, насколько я понимаю, то голова достаточно длинная. И тут мы можем проходить и проходить, поэтому давай-ка пока что наша первая часть на этом моменте закончится. И в следующей части мы начнем все это дело дальше, конечно же, проходить. И если тебе понравился этот видосик, то не забывай лепить свой лайк, также подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы новенькие видосики не пропускать. Но с тобой был я, Твикли, мы не заканчиваем прохождение Poppy Playtime 2 главы. В следующем видосике мы это, конечно же, все дело продолжим. Я не прощаюсь, я говорю до новых встреч, друзья.